Ну что же, если у вас есть собака, ну, к примеру, породы хаски или немецкая овчарка, а хотя, впрочем, бегают и с биглями, то эта программа для вас. А Тольятти Драйлинг Фест, именно такой чемпионат прошел совсем недавно по беговому спорту. Беговой спорт с собаками в последние годы становится весьма популярным в кинологическом мире. С ростом количества хасок и маламутов в России начали возрождаться соревнования по собачьим упряжкам. Занятие в нашей стране не новое, но немного подзабытое. Однако, заметим, популярным увлечением соревнования упряжек были только в северных районах страны, на далекой Аляске, Камчатке и Кольском полуострове, да и то в начале середине прошлого столетия. Для Самарской губернии появление первых беговых хасок-маламутов, способных тянуть упряжку с нартами, стало новым и необычным видом кинологических состязаний. Однако нарты тянут только зимой. Возник вопрос, что делать с этими собаками с весны и по осень? Просто бегать? Подумали и придумали, а ведь можно еще устраивать соревнования весной и осенью по земле, что в переводе на английский «dryland». Это традиционный тольяттинский осенний драйленд, то есть он проходит у нас уже третий раз. Драйленд – это сухая земля, то есть это бесснежная дисциплина ездового спорта, и можно сказать, это мы прощаемся с летом и уходим тренироваться в зиму. То есть это открытие зимнего сезона. Пока это любительские соревнования, однако в этот раз приехали и настоящие профессионалы из Москвы и других регионов. 106 участников заявилось, мы, конечно, несколько не ожидали такого большого количества, и больше всего обрадовалось, что заявилось много детей. То есть наша задача была всегда оторвать ребенка от компьютера. Вот мы их немножко оторвали, они начали бегать с собаками, привели папу, мам. Вот это хорошо. Парад построения, уточнение правил забега и длины дистанции для каждой возрастной категории. У кого дети, собаки стартуют в разных возрастных категориях. Все, что касается снаряжения и возврата собак обратно, да, ну, значит, нужно будет как-то успеть решать. По трассе мы реверсивно не движемся, да, если нужно вернуться обратно туда. Вот резервная дорожка, по ней можно дойти. 800, я туда иду. Да. Все понятно. Да. А мы дальше. Да. Слушай, мне кажется, мне все, можем выдвигаться. Так, 300 метров, ребят, идем налево, направо 800 метров, все остальные. Первыми на старт вышли совсем маленькие спортсмены. Всего 300 метров, но с какой ответственностью подошли малыши к забегу. А рядом с ними, конечно, бежали родители. Ведь вес собак порой равнялся весу юных каюров. А некоторые четвероногие участники превышали массу своих молодых хозяев. 3, 2, 1, старт! 3, 2, 1, старт! Малыши едва успевали переставлять ноги. Ребята постарше бежали уже 800 метров и без сопровождения родителей. Каждого молодого участника на финише встречали бурными аплодисментами и словами поддержки. Хорошо все. Правда, два раза запутались, но я быстро распутывалась. А он молодец тоже. Ну, помогал тебе? Да, он хорошо бежал, все ему там помогали, которые были помощники. Волонтеры. Да, волонтеры. Для одних юных каюров это были первые дебютные старты, для других уже привычная обстановка, четкие задачи и желание не только поучаствовать в забеге. Просто чтобы выигрывать на счастье, ну и это просто, чтобы можно было радоваться своей победой. Понятно. А собак как зовут? Эксел Роуз Лэнс. Понятно. Какой породы? Бордер Колли. Сергею Отбеткину 9 лет. Занимается собакой 6. Она слушается его по первой команде, выполняет немало цирковых трюков. Побегать на лесную трассу Сергей выходит по 2-3 раза в неделю. Его четвероногий напарник хорошо знает, когда они едут принимать участие в соревнованиях. Для бега на дистанции Сергей пользуется специальными командами. Гоу или тише, или ну или хоп-хоп. Ну вот, в принципе.
Ну или вперед тоже. 300 метров для малышей, 800 для ребят постарше и 2,4 километра для юношей, кому за 14 лет. Заметим, бежали не только с собаками породы хаски. Уже завсегдатаями стали участники с породами бигль и лабрадор. Ну, лабрадор, я считаю, как универсальная. Везде, и на дрессировке, и на бегах. А хаски, ну, кому как, кто как. Вот. Ну, как думаешь, кто быстрее бегает, хаски или лабрадор? Смотря как надрессировать. По-моему, у нас в клубе лабрадор побыстрее, чем хаски. Большинство людей берут собак породы хаски ради красоты. Однако немало владельцев со временем понимают, что четвероногим домочадцам нужны движения, активный образ жизни. Одни начинают бегать сами, другие хозяева отдают собаку для занятий хендлеру или каюру для обучения работать в упряжке. Конечно, самый удачный вариант, когда владелец начинает бегать и принимать участие в соревнованиях вместе со своим питомцем. В любом новом деле начинать всегда сложно. Ну, во-первых, это я хожу ради собаки, чтобы она была умнее, послушней и была, ну, правильно себя вела в обществе. И чтобы не была толстой, красивой, и, ну, все сисюкать ее хотели. А для себя, чтобы поддерживать себя в тонусе, держать форму и, ну, лучше результаты набирать. Насколько сложно заниматься беговым спортом? Ну, для кого как. Поначалу всегда сложно, а вот потом ты вливаешься, и тебе становится намного проще, и ты сама получаешь от этого удовольствие. А собака сразу у тебя поняла, что надо бежать, или время надо? Ну, немножко времени было, но потом она все-таки сама уже все поняла ее предназначение, и мы сразу начали более усиленнее тренироваться. Скейтджоринг – бег за собакой. Байк-джоринг – пес в упряжке тянет велосипед. Это скоростной вид спорта. Здесь нужно быть предельно внимательным. Зазевался – пес ринулся не в ту сторону. И, возможно, столкновение с преградами. Еще интереснее и зрелищнее наблюдать, как проходит состязание ездовых упряжек по 2, 4 и 6 собак. В нынешних соревнованиях два участника показали настоящий ездовой спорт, когда собаки, как говорится, на все 100 тянут тележки. Управлять в этом случае собаками не так просто. Случайных, необъезженных собак в упряжку не поставишь. Необходимы долгие тренировки, а иначе передерутся. Длина трассы для четверок составляла 4 километра, и не всегда она проходила по лесу. В этот раз участникам пришлось немножко попотеть, а волонтерам поволноваться. Дело в том, что 200 метров участка проходило вдоль Волги, а в 5 метрах обрыв. Два дня состязаний, переживаний и сложной работы с собаками. Тольяттинский Драйленд Фест – это своего рода закрытие осеннего сезона. Впереди зима, кому-то она не по душе, но владельцам хасок, маламутов и других пород спортивных собак зима – самое лучшее время года для занятий любимым увлечением – ездовым спортом.